Всем привет! Сейчас вот пришли с ней с прогулки. Ну, прогулка это как была пятиминутная. И что-то я на нее, короче, слегка психанул. Что-то мы вышли, она из стороны в сторону ходит. То ей не нравится это, туда ей надо. Потом она идет в одну сторону, через 5 секунд тормозит, ей надо в другую сторону. Через 10 секунд ей надо еще куда-то. В общем, что-то она меня... немного выбесила. И, соответственно, повел ее домой. То есть так гулять я не могу. Вот сидит, сейчас буду ее кормить. По-моему, понимает, что я что-то там про нее говорю нехорошее. Сейчас готовлю себе еду и нарезал мясо. И собака подошла. Я один кусок так дал, ну, с руки, а второй вот так на руке держал, думал, кину, но сейчас она его поймает. И просто вот так отпускаю, и ей кусок мяса на голову падает, и она сидит. Конечно, телефона у меня с собой не было, он лежал на подзарядке. Так бы со стороны это выглядело ржачно, то есть я с этого приорал. Вон я ее откормил. Отъелась она. До отвала, ноги он раскорячил и сидит, ждет еще. Но теперь только до вечера, и то не факт, может быть, одного кормления будет достаточно. Нет, ты можешь уже трес не ждать. Все. В общем, что хотел сделать, не получилось. Но мясо с овощами получилась фигня какая-то. И всему виной оказалась томатная паста. Поэтому нормально поесть не получилось, и приходится варить молочную кашу. Ну, я так что-то подумал, что... Ну, я там в одном из своих видео говорил то, что прыщи от молока. Может быть, это и не от молока, я что-то так прикинул. Поразмыслил. Ha ha ha!
Вот такую банду мы встретили. Но они, кстати, гавкают, но не напрягают. Так они особо недовольны, но... Нет какого-то дикого лая. Нет, Рейс, я туда не полезу. Иди сюда. Вышла на прогулку старушка. Думал, не пойдет гулять, но она... Тресь, тормози, тормози, говорю, я не полезу туда. Но она пошла. Тресси, пошли, все, пошли гулять. То есть мы вышли, начали идти, она остановилась. Я думаю, ну сейчас домой пойдет. А она меня просто повела в другую сторону. И это была одна стая собак. Дальше там будет еще одна стая. Но та стая тоже вроде уже к нам привыкла и ведется. Так, погавкает немножко и все. Покажу вам немного местность, по которой мы сейчас идем. Погодка радует.